В июле текущего года в Апсуа пройдут 9-е абазинские игры. А на днях в качестве подготовки к большим состязаниям в Грушкинском сельском поселении состоялись первые в истории Казьминские игры. Подробнее расскажет корреспондент Артур Мхце. Жители 4 населенных пунктов Карачао-Черкесии, Тапанты, Абазахабля, Малоабазинска и Грушки стали участниками первых в истории республики Казьминских игр. И хотя данные состязания рассматриваются скорее как подготовка к большим абазинским играм, тем не менее организаторы подошли к ним с большой ответственностью и постарались создать атмосферу настоящего праздника спорта. Предложили на местном уровне сделать некий отбор. Эту идею мы приняли, решили ее оформить, еще и устроить праздник, создать атмосферу праздничную для детей, для жителей. И решили провести вот такое сегодняшнее мероприятие. Это особенный день. Я думаю, его все запомнят. Сделаем его такой доброй ежегодной традицией. Идею проведения такого спортивного праздника поддержала и организация «Алашара». Ведь что может быть интереснее и полезнее для молодежи, чем участие в подобных проектах, являющихся не только отборочными состязаниями, но и способными объединять людей вокруг национальных культуры и традиций, любви к здоровому образу жизни. Людей собралось очень много, молодежи очень много, соревнуются и в футболе, и в волейболе, и в других видах спорта. Сегодня для нас они замечательный такой красивый пример и для остальных абазинских аулов. За 3-4 месяца ребята начинают к ним готовиться. Мы очень рады, что статус абазинских игр имеет вот такой высокий, дошел до такого высокого статуса. Помимо игровых дисциплин, участники Казьминских игр соревновались в перетягивании каната, армрестлинге, стрельбе из лука. Бескомпромиссная борьба шла в каждом виде. Это и понятно. Уже в середине июля в Апсуа состоятся 9-е по счету абазинские игры, где соберутся лучшие спортсмены региона. Артур Мхце, Фатима Хунова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район.